Здравствуйте, Юрий Горбенко на связи. Сегодня решил сменить беговую дорожку на такое чудное совершенство. Крутить педали. Никогда не крутил педали, но поверьте, классное упражнение. Щадящий режим для коленей, чем от беговой дорожки. Так вот, друзья, рекомендую вам, когда у вас плохое настроение, плохое самочувствие, не идут дела, собрать сумки и пойти в спортзал. Можно просто побегать, можно просто побить грушу, можно побороться, можно побоксировать. Делайте что хотите, но идите в спортзал. Тогда у вас будет самочувствие намного лучше. Самое прекрасное самочувствие. Не знаете, что делать еще на тренировке? Идите в спортзал, идите в бассейн. Любой каприз, лишь бы вы пришли в спортзал. Плохое самочувствие оставляйте дома, оставляйте на улице. Здесь другой мир. Спорт вне политики. Нету политики, нету грязи. Есть только ты, только спортзал, тренажеры, груши, спарринг-партнеры, друзья по спорту. А все остальное уже не важно. Так что, друзья, Юрий Горбенко рекомендует вам посещать спортзалы хотя бы 2-3 раза в неделю для хорошего самочувствия. До скорой встречи!